Да, редко такое. С тобой мы недавно. Очень хорошо, счастливое у тебя имя, Маш, честно. Чем оно? Согласна. Обычно девушки в этом филиале с этим именем делают больше товаров. И плачут. От счастья. Сколько тебе лет, Маш? Уже 15. Уже 15. 15. А вот. Давно исполнилось? Тебе 15. Ну, а я же удивлялся, потому что тебе было 14. О, Господи. А ты к 14 пришла? Да. Мне уже 15 исполнилось неделю назад. Спрашиваешь? Спасибо. А, слушай, а ты нам напомни, пожалуйста, когда ты ходила? Август. Начало августа было. Начало августа. Конец июня. Ну, конец. Да, конец июня, начало августа. Конец июня? То есть сколько? 5 каталогов? Июля. Я не знаю, у меня дома они стопочкой лежат. Ага, понятно. А ты каждый каталог делала по 1000 баллов или как? Нет, не каждый. Я сделала первый каталог 1000 баллов. Я стала инструктором. Угу. Это 90 баллов каталог. Да. Потом я сделала 45 норму инструктора. Потом я сделала 50, не добрав 5000. Слетела в консультанты. Потом делала 60, 60, ну и 40. Угу. Так медленно, но верно. Ну, да. Сколько ты раздала каталогов, чтобы вот в этом каталоге у тебя выполнилась планка? Честно, у меня вот такая вот, вот наша отчетность, угу. Там где 1000 каталогов. Угу. У меня там циферка 8, 9 и что-то еще. Я не считала уже. Не считаю уже, сколько в каталоге раздала. За этот каталог не считала? Нет, потому что у меня все в такой огромной отчетности, там все каталоги смешаны. И за все время, ну, да. Ну и пусть не. За все время 800 где-то? Да, 800 с чем-то. С августа получается. А общая сумма заказов классно. Примерно сколько? Можно, можно посчитать, я помню каждую сумму. Логично, 60-60-40, это mm-hmm. получается у нас 160 плюс первый каталог, это 200, 200, ну где-то около 300 тысяч она сделала, даже больше. Даже. Больше 300 тысяч она сделала за все время. Классно. 14 лет 300 тысяч. Да. Чего добился ты? А это еще совмещаю с театралкой, с художкой, со школой. С чем еще там у тебя? У меня еще пение. Пение и работа. А вот ты... Может, еще на вторую строить? У меня была такая идея, но я поняла, что я долго не протяну с тем, что мы там сидим, встаем в 4 утра, потом общаюсь с Ильяной и в 6 утра. Да, мы встречу лично делали в 6 утра, потому что другого времени у Маши не было. А тебе это понравилось? Да. Ты сейчас по постоянным клиентам сделал товарооборот, да, весь 40 тысяч? А, что-то постоянное, что-то... Ага, сколько клиентов в клиентской базе у тебя? Ну, хотя бы примерно. А, клиентов на 80, наверное. 80. Ты их всех обошла? А, думаю, нет. Очевидно, что нет. Очевидно, что нет. А, хорошо, хорошо. Прям по минимуму. Да. Сколько ты работала на этой неделе? Часа 4 суммарно. Часа 4. Сколько всего времени потратила, чтобы сделать 40 тысяч на раз? 8 часов ты потратила, чтобы сделать товарооборот 40 тысяч? Ну да. Круто. На работу есть, ну как бы у меня совсем нет времени. Я... Есть минутка, каталог туда кину, каталог сюда кину. В метро я вообще не оставляла, мне страшно все. Но зато гардеробщицам, где я занимаюсь, я раздала. У меня там заказы есть. Не считала стоимость часа, сколько у тебя? Думаю, много. Ну, больше 1000. Ну, если 8 часов работы, за 8 часов работы 40 тысяч заказов. Да, но это вот чисто раздача каталогов. А вот разнос всего, что пришло, занимает очень много времени. Они, наверное, все с тобой разговаривают просто. Да это кошмар. Да, понятно. Смотри, получается, ты сделала 60 тысяч рублей в первый свой каталог работы, пришла в лидерский состав, потом там побыла немножечко и сделала шаг назад. Зачем ты сделала этот шаг, расскажи, пожалуйста. Просто мой самый первый каталог, когда я стала инструктором, у меня как бы еще все было по лайту, у меня вот не было всех вот этих вот кружков, всего вот этого. Ну, в общем, загрузка большая. Я вообще думала, что я отовсюду уйду и буду работать, но в итоге ничего не смогла бросить и... И сделала шаг назад, чтобы совмещалось просто все, да? Да, но при этом 5000 я могла спокойно доделать. То есть осознанное решение. Да, осознанное решение. И теперь ты опять сделала, там, грубо говоря, 3 каталога по 1000 баллов. И дальше... А я опять стану консультантом. Знаешь, я о чем подумал? Ты один из тех школьников, школьниц, студентов, студенток, про которых мы постоянно говорим. Говорим это в июне, в июле, в августе,
мы на какую тему говорим? Мы говорим, что июнь, июль, август – потрясающее время, потому что у тебя есть время. Ты можешь, во-первых, научиться, во-вторых, клиентскую базу создать, чтобы в октябре, сентябре и дальше, целый год учебный, кайфовать, работая с этой клиентской базой, уже все умея и имея этих клиентов, тратить мало времени, получать много денег. И это начнется с сентября. И мы про это вот рассказываем летом, и это вот тот самый живой пример, который как раз именно по этой формуле, можно сказать, сработал. То есть ты полностью прошла подготовку летом, и уже с клиентской базой в сентябре свой путь продолжила. И опять же таки, да, примечательно, это вот момент, вот работа вот после того, как ты летом научился полностью, это надо будет потом ребятам показать, которые следующим летом будут приходить, следующим, то, что ты полностью свободен, у тебя нет мудака начальника над тобой, ты никому ничего не должен, куда ты там идти, во сколько ты фиксировано что-то делать. У тебя 100 кружков, 200 учеб, молодой человек, кот, брат двоечник из школы надо забрать. Но у тебя есть постоянные клиенты, на которые ты можешь время тратить тогда, когда тебе удобно, потому что ты об этом позаботился летом. Ну и вот живой пример. Мне вдвойне приятно об этом говорить, потому что сделать это в 14, это надо иметь очень крутую голову. Повторить в 15. Да. Аплодисменты.